В библиотеке Бунина прошла очередная городская ярмарка вакансий. Мероприятие организовало областное управление труда и занятости. Здесь смогут найти рабочие места и те, кто не имеет работы, и те, кто желает изменить свой рабочий профиль. Я думаю, что студенты также найдут свою будущую работу. Инвалиды, пенсионеры. Изначально ведь ярмарку планировали провести для инвалидов и пенсионеров, но, учитывая сложившуюся финансовую ситуацию в стране, острую необходимость в поиске новой работы ощутила и молодежь. Всего на бирже труда сейчас стоят 4200 человек. Это много по сравнению с прошлым годом. Этот год был тяжел. Впервые нам не удалось снизить регистрированную безработицу летом, когда есть сезонная занятость в сельском хозяйстве. Количество участников показало, что ярмарка пользуется спросом. Выбор вакансий был велик. Порядка 800 рабочих мест предлагали более 50 организаций региона. Посетители мероприятия смогли лично пообщаться с потенциальными работодателями. Кроме того, у них была возможность ознакомиться с вариантами переобучения и профессиональной переподготовки, а также получить юридическую консультацию по трудовым спорам.